Глава Калмыкии Бату Хасиков возложил венки на аллее героев у памятника генерал-лейтенанту Басану Бадминовичу Городовикову. Далее Бату Хасиков направился к мемориальному комплексу героев Гражданской и Великой Отечественной войн, у подножия которого горит вечный огонь. Но в своем видеообращении Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем Великой Победы. Поздравляю вас с великим праздником, 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа. Всех нас переполняет гордость за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, что эта победа далась нам ценой миллионов человеческих жизней, и свято чтим ратные и трудовые подвиги всех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Наш долг – помнить о мужестве наших защитников, изучать историю войны и не допускать искажения фактов о бессмертном подвиге советских солдат в борьбе с захватчиками. Все мы гордимся возможностью жить с вами в одно время, внимать вашу мудрость и советы. Спасибо вам за активность, за ваш вклад в послевоенное становление и развитие нашей республики. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, заботой и любовью близких. Дорогие земляки, будем достойны этого подвига и в этот непростой для всей планеты период сохраним стойкость и выдержку. Глава Калмыкии Бату Хасиков персонально поздравил по телефону каждого из ветеранов войны. Один из них Тимофей Яковлевич Кутыгин. Тимофей Яковлевич, с праздником вас! С Днем Великой Победы! Мы очень благодарны вам за ваш подвиг, за то, что вы для нас сделали. Спасибо, Бату Сергеевич! Спасибо большое за поздравление! Я вам тоже желаю очень хорошего счастья! Вообще с праздником поздравляю и желаю, чтобы процветала республика. Всех успехов вам, дорогой мой земляк, вы земляк мой. В этот праздничный день ветераны Великой Отечественной войны Андрея Артемовича Булгакова пришли поздравить представители Министерства культуры и туризма Калмыкии и администрации Листы. Дорогие листинцы, жители улицы Намтоочирова, уверены, что вы гордитесь тем, что именно на вашей улице, в доме номер 18, живет ветеран Великой Отечественной войны Булгаков Андрей Артемович. И сегодня мы спешим поздравить дорогого нашего ветерана с самым лучшим праздником в году – с Днем Победы! 19-летним юношей Андрей Артемович призвался на фронт и был определен в железнодорожные войска. В сентябре 43-го был демобилизован по состоянию здоровья и вернулся в родное село. Андрей Артемович награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, а также имеет звание ветерана труда. Сегодня все праздничные мероприятия проходят в дистанционном формате, но тем не менее мы не перестаем говорить спасибо тем, кому мы обязаны мирным небом над головой. Фронтовая бригада устроила перед домом ветерана настоящее представление. Для Андрея Артемовича звучали всеми любимые «Смуглянка», «Катюша» и «Синий платочек». Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И ты будешь со мной, нет сегодня любимый родной. Еще один участник Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев принимал сегодня поздравления. Солистка государственного хора Калмыкии Инесса Мисхишвили исполнила для ветерана песни военных лет. Артист Денис Калмыков станцевал фрагменты из музыкальной постановки «Тальяночка на поляночке». От увиденного ветеран невольно вытирал слезы и сам попросился станцевать. Петр Леонтьевич – кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Он прошел Белоруссию, Литву, получил ранение под Тильзитом в составе 8-й гвардейской армии, дошел до Германии.
частных придомовых территориях по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны проведены работы по озеленению. В частности, благоустроен двор Андрея Мангановича Джимбиева. Теперь здесь появился цветочный газон. Палисадник украшает тематическая табличка «Символика 75-й годовщины Великой Победы». Активное участие к 75-летию Победы в благоустройстве квартир и домов ветеранов приняли управляющие компании.